И всем привет, меня зовут Максим, это канал GGFM, и мы продолжаем субнавтику. Итак, в прошлой серии мы получили сигнал бедствия, так что пойдемте попробуем спасти наших друголей. Капсула номер 3, мелководья, экипаж сообщил о поврежденном глайдере. 400 метров всего плыть, это как бы вообще пустяк так. По дороге, может быть, что-то найдем, что-нибудь изучим. Так, самосканирование, чем мы там? Ну, в норме, все ништяк, я понял тебя. Так, ну, блин, что-то я странно, не могу никаких этих найти. Остатков. Окей, ладно. Хотя бы это поизучаем. Ой-ой-ой-ой. Вы кто такие? Я нет, я к вам не лезу. Я к вам не лезу, вы ко мне не лезьте, пожалуйста, и все. Я плыву вон, друзей спасать там каких-то своих. Почему бы и нет? Почему бы и нет, если друзья нуждаются в помощи, то надо спасать. Спасатели спешат на помощь. Блять. Они где-то под водой, что ли? Все-таки да, походу под... О, видели? Рыбка прыгает. Ага, все, вижу тебя. Так, ты кто-то... Стой, 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 стой. Это можно изучить как-нибудь? Так, подождите. Соберите водоросли с помощью ножа. Жизнь на этой планете произрастает в необычайно уникальном и разнообразном экологическом биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Хорошо, подожди. Это что такое? Морского глайдера фрагмент. Отлично, второй фрагментик мы нашли. Что тут у вас есть? КПК. Это что такое? Что-то я нашел, что-то мне пригодится, походу. Сейчас, подождите, всплывем и... С помощью ножа... Соберем водоросли. Только смысл, если я уж собирал. Так, а вот эти не надо, кстати, изучать. А, ну можно просто махать, да, и оно собирается. Что ты мне сказала? Женщина моя. Пока что единственная. В этом заброшенном мире. Так, может быть... Так, а это что такое? Так, давайте сначала изучим. Понял. Кто там? Кто? Кто? Тихо-тихо, отстань! Сталкер! Иди-ка ты! Я тебя, конечно, хочу изучить. Быстрее, пожалуйста, изучай. Все, пока, 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 пока. Куда? Где мой дом? Сталкер, не дури. Херней какой-то занимаешься, отстань. Я поплыл домой. На родину. Так, ну смотрите, ребятушки. Опа, 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 опа. Это надо посмотреть, это надо изучить. И вот это вот собрать. А, фрагмент сборщика транспорта, отлично. Что-то она мне про детонацию сказала там какую-то. Какую детонацию? Ты что, о чем? Блин, как бы мне ее назвать-то, а? Сири, во, Сири, не тупи, блядь. Какая детонация? Блин, короче, надо быстренько доплыть и это... Почитать, что нам там... В КПКшечку добавили. Титанчик. Блин, ну титана здесь до хрена, так что можно его даже... Не это. Так, а вот это вот можно. Медяха пригодится. Не пригодится, если что, сдадим на металлолом. На цвет нет. Почему бы и нет. Так. Пока что все мирно, спокойно.
Ну, мне, как я понимаю, повезло. Я приземлился в таком месте, где хищников поблизости нету, по крайней мере. Ой-ой-ой. Да, все ништяк. Несцы. Сири. Немножко, конечно, непривычно, что на кнопке все делается. Так, погнали. Во-первых, чертежи. Мы теперь можем сделать... Морской глайдер преобразует крутящий момент в тягу под водой. Ух ты, еще быстрее будем плавать. Отлично. Что-то еще там, да? Компас. Хорошо. Сетчатое волокно. Ну, для чего-то надо. Так. Осторожно, продолжается разрушение ядра привода Аврора, может вызвать квантовую детонацию. Окей. А мне-то что делать? Зачем ты мне это сказала? Испорченный образец водорослей, зачем? Так, давайте посмотрим по чертежам. Нам, я так понимаю, что надо сейчас сделать... Ну вот это было бы неплохо тоже. Компас, 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 компас. Это я не знаю, надо, не надо. Так. Инструмент исследователя размещает геологические диски и указатели, необходимые для поиска обратной дороги из пещер. О, ну неплохо, да. Но пока, наверное. Короче, надо сделать глайдер и надо сделать переносной сборщик транспорта. Короче, надо найти эти все фигнюхи. Но пока можно попробовать сделать глайдер. Нужна батарейка, смазка, провод и титан. Батарейка, смазка, провод и титан. Медь у нас есть, сейчас мы сделаем медный... А, ну, провод у нас есть, окей. Соль нам пока не нужна. Батарейка, провод... Ой, пить, да, хочется, блин. А пить-то нечего. Так, а что нам можно попить? Сейчас, подожди. Батарейка, провод... Это надо... Это надо. Титан есть. Так. Сетчатое волокно. Батарейка. Все, у нас все хватает. Отлично. Замечательно. Морской гладер увеличивает вашу эффективность дальнего исследования. В целом, пожалуйста, не забывайте собирать припасы для долгих путешествий. Всегда оставайтесь в пределах 5 километров ближайшего спасательной капсулы или жилого модуля. Хорошо, мне, блин, как-то попить надо, вода. Антисептик, нет у меня такого. Блин. Что же мне делать-то теперь? Что же? Так, где там? Что он дает? Почему он не показывает что? Где мне взять антисептик? А, может его... А, вот. Образец коралловой трубы... Отложение соли. Так, солью есть у меня коралловые трубы. Коралловые трубы. Так, погнали, 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 быстренько. А, коралловые трубы, это вот это, да? Да? Тебя, может, ножом? Да, точно. Отлично. Все. Мы спасены. Так, а тут вот это тоже можно, да, наверное, все резать? Да, точно. Отлично. Так, а вот это, наверное, надо изучить, нет? Ай-яй-яй, кислотный гриб. Заблудился. Так, водичи. Водицы у меня совсем нет. Надо быстренько. Ресурсы, нет, не то. Чё я хотел сделать-то? Подожди, антисептик я хотел делать. Отложение соли, соль. Отложение соли, берем. Семена синей пальмы.
отлично. Антисептики являются важным химическим веществом, используемым для чистки ран и дезинфекции воды. Отлично, водичку делаем быстренько. Еще можно? Отлично. Пьем. Опачки. Опачки. Да, догоняем до соточки. Опачки, опачки, догоняем до соточки. Семена. Это можно садить. Окей, понял тебя, ладно. Так, а... Еще сообщение? Еще кто-то со мной связался, что ли? Это Оззи из кафетерия. Какого черта, ребята? Нам не говорили, что такое может произойти. Наш капсулу чуть не раздавил отсеком мотыльков при падении, а теперь мы висим на краю пещеры... пещерной системы, и это жуткое что? Заберите нас уже. Отлично, сейчас туда поплывем. 100 метров, совсем близко. Складываем то, что у нас лишнего. Лишнего у нас можно водичку скинуть. Ладно, титан поскидываем. Вот это. Это можно понабирать еще. Употребление вода. Не-не-не. Даже не знаю. Ладно, пусть пока будет. Короче, погнали. Где? Все, вижу. Она упала рядом с пещерной системой и подверглась нападению? Так. Это уже... Кстати, давайте проверим. Блять, тут эти акулы ебаные в рот. Тихо. Короче, надо пока всплыть. Ну да, этот, с этим глайдером побыстрее плаваем. Гораздо быстрее. Так, все, я вижу их. Кто мог нападать, я не вижу пока. Может, и вижу. Там вон дрянь какая-то летает. Фрагмент мотылька? Какого еще мотылька? Так. КПК-шечку взяли. Так, что еще? Что еще? Быстренько смотрим. Блять, тут акулы. Кто это такие? Так, надо за коробочкой вернуться сейчас еще. О, ты кто такой? Ладно, пока не сильно стемнело, надо идти. Блин, я забыл, где коробочка была. Вон там где-то вроде бы. Нету фонарика тут. Блять, я уже... А, все, вижу. Ну, давай. Ну, пожалуйста, наведись. Лазерный резак, отлично. Это надо. Да попади, пожалуйста. Все. Теперь точно валим. Да, я знаю, не это. Сейчас поплывем. Как его использовать-то? Как его на... Ну ага, это мне показывают. Я просто с ним плыву быстрее или что? Непонятно пока. Блин, он здесь, когда темнеет, вообще жутко становится. Да, он мне показывает, как это называется-то? Типа эхолокация, да? Прикольно, показывает всю
все, что происходит у нас тут под водой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, сканер ближнего действия предполагает, что данный тройной биом поддержит вообще не... Сканирование показывает расположение неподалеку вход в пещеру глубиной 90 метров, ведущий в неизвестный экологический биом. Почему мне просто не могут дать задание какое-то? Так, давайте водички себе сделаем еще. Так, у нас тут где-то были вот эти штуки. У нас есть солька. Солька. Солька, солька. А если есть солька, значит есть и водичка. Логично же. Так, надо там титан переработать, чтобы не занимал место тоже. И водичка. Что мы можем сделать нам еще? Блин, где найти стекло и серебряную руду? Так, окей. Это мы так скинем. Это мы так скинем. Давайте титан, наверное, переработаем еще. Сделаем один большой слиток. Громадный прям. Так, а вот энергия у меня заканчивается. Это хорошо, плохо? Плохо, хорошо. Так, ну немножко освободили место вроде бы как. Окей, что нам делать дальше? Надо идти в ту пещеру, которая недалеко оттуда. Я так понимаю. Блин, ну пока темно. И у меня убрали маячок. Тут есть карта какая-то. Так, маячки, так. Ага. Это нам не надо. А можно... А, ой, ништяк. Это можно другим цветом просто отметить. Получается, сканер ближнего действия предполагает, что данный травяной биом поддерживает обширное биообразование, соединение рядом большой пещерной сетей. Короче, надо найти пещеру. Окей, хорошо. Значит, плывем туда. Где у нас там Аврора? У нас, кстати, пятый, да, этот? Хорошо. Блин, ну там очково. Так, рассвет, хорошо, отлично. Кто такой? Тебя можно поймать? Пузырь? Ну ладно. Что такое? Можно делать воду теперь, отлично. Можно готовить пузыря. Замечательно. Метров. Я иду, ребятушки, держитесь, если там кто-то еще жив. Я иду и спасу вас. Но я надеюсь на это. Блин, надо фонарик сделать, короче, еще. Так, надо там дообследовать все. Блять, вот эти вот там. Страшные такие, прям. Не могу поднять ногу. Так, где-то здесь на... А, ну это и есть 90... Так, рыба, отстань. Короче, ищем пещеру. Песчанка. Серебро, ништяк. Так, ну-ка, подожди-ка. Быстренько, быстренько, быстренько. Это... Да собери. Тут я что-то еще видел. Фрагмент Ты почему убрал? Так, быстренько всплываем. Какой-то мы биореактор нашли.
То есть чертеж его теперь мы изучили. Стой, подожди. Так, надо тут побольше, короче, потусоваться. Может быть, что-то еще найдем. О, вот же, смотрите. А я это не заметил сразу. Обалдеть. Так, все, изучаем, изучаем. Сейчас мы тут все изучим и прям будем очень крутыми чуваками. Опять фрагмент мотылька. Так, это нет, да? Тут тоже ничего. Ничего, никого. Так, нет. Фрагмент мотылька. Ой, мы можем теперь какой-то кораблик себе делать. Да я понял. Круто. Так, вон еще, еще. Ой-ой-ой, как тут много всего-то. Сейчас мы вернемся. Блин, ну тут глубоко. Надо, короче, сделать себе этот увеличенный запас кислорода. Иначе я так буду очень долго все делать. Так, тут что у нас лежит? Кварц. Ладно, кварц тоже пригодится, наверное. Так я мотылек нашел уже. А, теперь мне за него всякую фигню дают, да? Ладно, хорошо. Но вот это, я думаю, что-то новенькое. Угу. Точно. Что тут у нас еще есть? Так, ну и где-то мне надо пещеру эту гребаную найти. Так, тут я все исследовал. 100 метров. Какая-то пушечка. Ой, ну все, теперь это. Злодеи, держитесь. Так, мы тут немножко не всплывем. Так, я надеюсь, я успею. Да плыву я, плыву. Успокойся, пожалуйста. Так, вон еще какая-то штука. Блять, надо вот так вот. Так, мне не нравится, что здесь прогружается не сразу все. Так, вон там что-то большое. Комната сканирования, отлично. Третий кусочек этого пазла. Так, тебя я не трогаю. Ты что такое? Ага. Окей. Какое-то специальное оборудование нужно. Так, ну я... Мне кажется, я догадываюсь, где там пещера. Там вот под этим кораблем как раз таки. Так, это тут это рыбка гоняет, да? Эстафету сдает, блядь. Да я вижу. Окей. В общем, богатая серия на исследования. Прям столько всего мы нашли. Я думаю, еще найдем. Есть что? Блин, фрагмент мотылька, нафига он мне опять нужен? О, биореактор. А, мы тоже изучили его, да? Или нет? Сейчас. Ладно, всплываем. Быренько. Блин, ну глубоко тут, очень глубоко из-за этого. Буквально там очень короткое время мне удается потусить на глубине. Это не прикольно. Говорю, надо быстрее делать эту штуку. Есть что-нибудь? Не вижу, блять. Ну... О, лазерный резак, отлично. Да блин, да я только спустился, какие 30 секунд, ну вы чё? Чё так мало-то? Очень мало.
Блять, я сейчас еще и не успею, да? Кислород, я знаю, что кислород. А, блин, у нас радио, да, там новое? Новое послание. Ну, я пока тут все не исследую, я не вернусь никуда. Так я не понял, мне надо тут пещеру какую-то искать или нет? Похоже, нет. Похоже, меня наедали. Ну, зато пушечку сейчас изучим. Отлично. Так, и мне показалось, что я все-таки... Как будто в какой-то проход, вход, выход. Ну, либо мне это все-таки показалось, да. Хотя не факт. Да, иду я, иду. Ты где? Отстань. Не-н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 е
Ладно, тебе повезло, что у меня кислород заканчивается. Так-то мы поговорили бы сейчас с тобой. Один на один. Так, ну что я могу сказать насчет пещер? Есть они тут или нет? Так, давайте посмотрим вот по этой херне, по моей. Может, она мне как-нибудь что-нибудь подскажет, поможет. Ну не, я думал, что там... Да, пещера... Но на самом деле нет, это все херня. Никакой пещеры я тут не нашел. Но будем иметь в виду, и если что, вернемся. Ладно, надо возвращаться. Надо сделать покушать, сделать попить. И прослушать очередное радиопослание. Ну, я уже на самом деле жду, что будет что-то поинтереснее, чем просто радиопослание куда-то прилетит туда. Причем я никого не могу найти. Я, видимо, всю игру здесь буду один странствовать. Обидно немножко. Хотелось бы кого-нибудь встретить, какие-нибудь диалоги, может быть. Да хоть бы хотя бы по радио, я не знаю, с кем-то поговорить. Надо, кстати, собрать еще эту... Ну а я-то что сделаю? Думаю, хватит. Пока что. Погнали. Давай послушаем. Говорит Эври Квинн с торговой корабля «Солнечный луч Аврора». Вы нас слышите? Прием. Нет. Один только вакуум. Ох же эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка в двигателе, я не шлю сигнал СОС. Предлагаешь им помочь? Они не отвечают. Но я тут ни при чем, я как бы ответил бы, если бы у меня что-нибудь работало. Аврора, я на дальнем кольце системы, потребуется больше недели, чтобы добраться до вас, если вам все еще нужна будет помощь. Попробую еще раз завтра. Чертов усталость заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая на побегушках. На побегушках у Альтеры. Тем временем посмотрим, что поймают сканеры дальнего действия. Это он сказал, да? Так, что мы нашли? Во-первых, у нас есть соль. Так, это возьмем. Блин, надо сейчас его приготовить, кстати. Посмотреть, что получится с него. Дальше. Из кварца можно что-нибудь делать? Я даже не знаю. Давайте посмотрим. Короче, можно приготовить... похоже на вяленое мясо, вызывает обезвоживание, но хорошо хранится. Они еще и тут протухнуть могут. В общем-то, все, я понял тебя. Вода. Можно просто из него воду сделать. Ну не, мне надо что-то похавать уже. Я даже не знаю. Низкокалорийный. Нет, давай высококалорийный что-нибудь там надо. Так, а что мы тут персональное? Воздушный пузырь.
Ага, я понял. Офигеть, я наоткрывал тут всего. Компас бы сделать, но у меня нет комплекта проводов. Окей. Стекло, отлично, все, мы делаем стекло. Сейчас уделаем, надо посмотреть, что там не хватает нам на... Бля, стекло еще надо. Все остальное у меня есть. Ну ладно. Блин, облом, надо еще кварца где-то найти. Что это? Ну это нет, это не то, что мне хотелось бы. Так, еда плюс 16. Ну, ладно, давай. И попьем. Так, серебряная руда, стекло. Давай, скидываем. Это. Ну и это давай скинем тоже. Вот эти вот семена мне, я как понимаю, пока что нахрен не нужны. Обалдеть. Только для чего? Ты уже непонятно. Квантовая детонация произойдет в течение 2 часов. Че, дураки, что ли? Ладно, ребятушки, давайте на этом пока закончим. Посмотрим, что у нас случится через 2 часа. Но будет, походу, какая-то жопа. Ладно, всем пока, до новых встреч. Жмите колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки.